прозвучит песня, которая к нам пришла с 18 века, с войны России и Кавказа. Да, после этой войны, вы знаете, 1830 года, когда царь подарил свободу Северному Кавказу. Знаете, да? Я сам не знал, честно. Я когда диссертацию писал, начал так грозно. Я к чему? Имам Шамиль не сдался со своим... Его не загнали на вершину горы, да? И они там сидели и не сдавались. Ни по каким предлогам. И пока женщины не начали есть траву, они не сдались. Представляете, да? Уровень выдержки, да? Настолько мощнейшая была и велась идеология на Северном Кавказе в то время. И для вас сейчас прозвучит песня, которая пришла к нам с 1830 года, и она тоже бытует у нас на территории Беларуси, именно на Полесье. Вот тут, может, кто-то уже мелодию, в принципе, знал. Песня, она очень известная и поется на всех языках. На украинском, на русском, на белорусском, где. Но именно есть разнообразие слов. Ритм и мелодия остается, а слова уже там кто как придумал. Потому что оно все передается именно из поколения в поколение. Вот, и были такие казаки характерники. Слышал кто-нибудь таких? Это казаки, которые обладали сверхсилой. Да, то есть они могли там, один там, вот есть история, да, историческая, батюшка должен знать, да, что казаки там воевали очень много. Вот, и очень много таких историй есть, где казак убил там 100 человек один, убил там втроем 27 там, и так далее. Да, это были характерники, они обладали сверхсилой, и при всем при этом они боялись женщин. Считалось, что женщина, они избегали их под любым предлогом, потому что считалось, что женщина забирает силу. И для вас звучит казачья молитва. Я тебя не трону, ты не...